Вадик и Илья. Да, всем привет, это опять наш любимый Скайгрид. Да, ребятки, это уже вторая часть, где мы Скайгрид, но все против друг друга. Ребята, надеюсь, что последняя будет намного дольше, чем прошлая, потому что прошлая была гиперкороткой. Гиперкороткой? Вот гипер, это гипербольшая. Не гипер, но... Ну, большая. Да, это будет часовое видео, ребята. Нет! Никогда и никогда и все. Да, давайте я сниму видео длиной 24 часа, чтобы Мика его посмотрел. Зачем? Нет! Я не буду это смотреть. Вы чё? И мы поехали! Итак, ребятки, давайте уже начинать, мы уже тут начали, да? У меня же есть зажигалка, а в Скайгриде есть динамит. Это капец. Авен Дэвис. Что? Ты про кого? Авен Дэвис. Кто такой Тавен? Сказал Спавен. А почему я заспавнился в самом низу? Все. Я в хитре. Это потому, что я тут стекло наломал на спав. Ну и все, Радик, вот так вот. Да, Радик, почему все так вот зависает? Ед! Поставь на стрелке графики поменьше. Сейчас, а то... Сейчас, сейчас. Ну, наверное, это так и есть. Сейчас. У меня 9. Это мало. Но я могу поставить там 7. Да, вот 7. А теперь я наверху заспавился. Это, наверное, был какой-то баг из-за ваших тут этих. Я тут ломаю стекло на спавне. Жесть какая-то. Это помогайте мне. Ну, ну ладно, сейчас я умру. Только если меня кто-то убьет, то это все. Я не буду его. А если мне кто-то убьет, я не буду вам помогать. Окей? Все, договорились. Не ломай! Я делаю помощь. Я сейчас вам помогу. Ребята, давайте ломать стекло. Да, ребят, это подо мной. Это какая-то жесть. Ика, под Ильей не ломаем. Радик, знаешь, почему Супер Марка? Это потому, что время быстро проходит. И поэтому вот так вот быстро. А на самом деле было 30 минут, Радик. Ты сам посмотришь, когда я выпущу это видео. Ну, я уже выпустил. Я уже выпустил это. Ну, ты посмотришь. И ты узнаешь. Это просто время. Ребят, если кто я сейчас скажу от Ясмейки, вы будете знать, где живет. Ну, тогда это я обрежу все. Да, Мика живет на улице Пушкина, а дом у него Колотушкина, да, Мика? Да, класс. Ребят, приезжайте к Мике в гости, это если что, реально его адрес. Ага, да, это правда. Не ломайте везде стекло. Ну, или я не смогу сделать. Тут уж внизу теперь спам. Либо вычините, либо выживание не возможно. Эка, ломаем везде стекло. Радик, я назову эту серию, знаешь как? Радик, я назову эту серию. Радик, я назову эту серию, знаешь как? Чините стекло, или вы пожалеете. Как? Я вас буду убивать бесконечно. Я хотел вам помочь, а вы сломались. Радик, это будет видео называться, знаешь как? Спавна больше нету. Спавна больше нету, вот так вот. Спавна больше нет. Что ты делаешь? Алло, ребят, вы пьете стекло? У кого огнемо есть? У меня. О! Ах ты, блин!
змейка, там портал в ад, Илья строит. Там нету портала в ада. Илья строит. Зажигай. Да блин. Змейка, ты чё? Он тебя убил. Кто сейчас будет мне мешать? Радик, у меня опять зависло. Радик, это не Майнкрафт, и я не знаю, что это. Лаккрафт. Радик, кто вот, будет не мешать? Радик, вот 1.12.2 вообще никогда не лагало. Это только 1.7.10 лагает, да-да. Ты тупой, ты видишь, какая тут карта? Она везде будет лагать. Почему тогда у вас не лагает? У меня тоже лагает. 30 кадров в секунду. 30 FPS. Два обсидиана, и я вам помогу. Только если вы не будете меня убивать и не мешать мне. Я тебе помогу, только если ты никогда не будешь меня убивать. Ну, то есть вам портал в ад не нужен вообще развиваться до алмазов. Мы же должны победить Эндер Дракона, чтобы победить. Стой, давай я тут поставлю возле, давайте возле портала ад будет как мини-спавн из досок. Давай. Почините. Почините стекло! Я сейчас вас убью всех. Я. Радик, не могу заспавниться. Радик, у меня есть 3 песка, ты можешь скрафтить стекло. Эйка, это ты прям. Как? Любой блок я не знаю. А, любой блок, мы тогда договорились. Я пытаюсь не спавнить. Я спавню. Так, я попробую не спавнить. Тут стекла еще много. Ика, Илья на спавне. Я знаю. Илья, я восстанавливаю. Сжигайте. Я сейчас зажигаю. А. Ребят, давайте только у портала в ад будет мини-платформа. Ребят, прыгаем в ад. Ну ладно. Только я не хочу умереть, как в прошлый раз. А, у меня же есть кемп-инвентарь. Тут то же самое. А боже, ты что думал тут? Я так и думал. Радик, тут оказывается так есть. Ну, что? Помогите Гасту, спасите его. Вы видите, что с ним? Эйка, вон Гаст. Я не буду его спасать, вы чё? Зачем? Гаст, помогите ему. Эйка, это сзади Гаст. Зачем его помогать? Илья, он в спавне. Может, какая-то жесть. Давай же начинать тут развиваться. В этом. Как тут? А, я нашел спавнер Блейз. А где? Илья, вот он нам полезен. Блейзы. Ой. О, вот они, да. Я их тоже вижу. Блейзы, идите сюда. Что? А сейчас мат. Кто это сделал? Илья, это стопудово ты. Кто сделал? Кто-то меня огнем поджег, и я умер сразу. Посмотри в чат. Мейковал был убит Блейз. Нет, это неправда. Мейка, правда, посмотри в чат. Ну тогда, значит, ошибка чата, все. Мейка!
Блин, орать, как их атаковать? Если они нас атакуют, значит мы все равно упадем и все. Как их атаковать? Просто я себе платформу, мать. Просто надо развиваться было, алмазную броню крафтить надо. Так я и развивался, у меня ничего не получалось из-за вас. Потому что вы меня убивали. Поняли? У нас же кипенденция есть, ты чё? Ну да, и что? Ну да-да, я пошел добывать алмазы, все, пока. Ребят. Ребята. Что? У меня, короче, у меня 30 алмазов, кому дать? Мне. Мне дать. Смотрите, я дам вам алмазы за одну услугу. Какую? Добыть 10 эндерперлов. А-а-а. Нет. Я дам вам 20 алмазов. Не-не-не-не-нет. Не-не-нет. Я на такое не подписывался. Я тоже. Так, что-то я не понял. Ребята, кому? Ребята, кому отдать все мои ресурсы? Нет. Тебе, Радик? Да. Вы же знаете то, что по соглашению со мной вы не можете меня бить. Да, и что? А я-то вас могу. А я пошутил, на самом деле я ничего не буду делать. Что не будешь? И нашел алмазный топор. Радомир, ты не можешь меня бить по соглашению, или я нахер заберу портал? Летучая мышь, чешуйница. Это не я тебя. Ребята, хотите, хотите чешуйницу? Нет. Радик, ну иди тогда на спаун. Ир, ты хочешь какашку? Нет, не хочу. И, Радик, тогда иди на спаун, чтобы ты не получил. Мирка хочет вкуснящую какашечку. Это ты. Это правда вообще-то, Мирка мне сам говорил. Радомир. Да, Радомир, да, да. Я знаю. Я знаю, это неправда. Что за... Хочешь вкуснейшую какашку? Нет. Мне кажется, да. Он же... Кто смотрит Дим Димыч? Кого? Дим Димыч. Димыч, это лох. Лох. Бадабум, бадабим. Бадабум, топ. Ребята, я не знал об этом, но знаете что? Я на самом деле его все это время смотрел. Кого, Дим Димыч? Только мы с тобой не дружим, ты смотришь Дим Димыча. Да сейчас я не буду смотреть. Я просто, только что я это узнал. Зачем ты его смотрел? Я не знаю. А ты вот рад. Я же не знал, что это Дим Димыч, блин. Эйка, а ты тоже ставишь его клип, что ли, в кубики Рубики? Да нет, какой кубики Рубики? У него есть такой клип. Кубики Рубики. Я лох. Да, я. Ну я такого не видел. Ну я такого не видел. Да, вот у него топовский, у него, я люблю больше всего клип, кубики-юбики, я у вас лох, да? Да, либо вы чините полный спавн, либо я вас всех убью. Ну мы будем так, я не знаю, где спавн. Yes. А на спавне сейчас буду. А зачем? Просто. А сколько у меня алмазов? А, все на спавн. Ноль, класс, нету вообще. Он на спавн. Радик, на спавн или убью? Ну хорошо, тогда я тоже на спавн иду.
Да, я единственный, кто на спавн не пойдет. Нет, только я еще тоже есть. А ты где? Спавн. Я не пойду. А я не могу тапнуться на спавн. Ну только я тогда там буду. Ну ладно, если вы не будете... Найдите на спавн, или я вас убью. Ну я тут, только Радик осталось. Я не буду идти на спавн. Ну тогда тебя убьет Илья. И тебя... А хотя я на спавне буду. Ну ладно, все, мы все на спавне. Чините пол. Эй, чините пол. Чините, я за вами наблюдаю. Если вы хоть раз дернетесь, то я вас кокну. А посмотрите что? На мой меч, посмотрите. У меня тоже самый. Вообще. Посмотрите. И как бей Илью. Зачем? А вы? Зачем? Вы против... Что? Вы что против меня идете? Вы не можете меня бить. Ну тогда второй, зачем? Ну тогда зачем ты начал нас бить? Эй, как бежим в портал. Бегите в портал в ад, реально. Пошлите в ад. Радик, я буду за тобой где-то. Пошлите втроем в ад. Сейчас пойдем, стойте, я сейчас упаду. А в ад иду, Илья, я пойду в ад. А почему я внизу теперь заспалился, класс? Ну, у меня сейчас тэпает. Да я внизу спавню, что мне делать? Из-за вас все. Радамир, меня сейчас тэпнет. Ну все, Радик, тебе конец. Ты застрял в аду. Потому что Илья сломал портал. Меня и зафигал, как кто не знал. А, ну ладно. Ну и где ты, Радик? В аду. Вы будь там. Блин, я что-то сразу не допёр. Что надо же еще можно железную крафтить броню. Я что-то только алмазную. Я допёр только сейчас. Давайте в Китти поиграем, ребята. Да потом. Да сейчас доиграем Скайгрид и все. Еще где-то 10 минут. Что, Илья? Еще где-то 10 минут. Давайте по Китти. Вы же сами говорили, что... Не, давай долгую серию. Ну давай долгую на час. Давай, Радик. Я согласен. Ну все. Тогда будет... Да, у нас типа реально поиграл. Да, давайте сейчас закончим серию и будем играть в Китти в дёблу. Да не, Радик, я не буду. Я хочу на 30 минут серию. Я не буду заканчивать. Ну, в ад, Мейка, пойдем в ад. Зачем? Я хочу поразрываться. Я хочу... Да нет, дайте жидалку, пожалуйста. Там скрафти. Нету гравия. Вот это вижу, пожалуйста, алмазы. За вжигалку 3 алмаза, да. Илья на спавн. Могу тэпнуться, вы же стекло не починили. У меня тэпает самый низ только. У меня то же самое, но ты можешь телепортироваться и наверх. Только с помощью нескольких попыток. Да что? Блин, я тоже упал. А не 3 алмаза у меня просто нету. Блин, я теперь тоже внизу. Ребята, я теперь тоже внизу, все. А, вот теперь тут. Ой, стол зачарований. Нет, без стола не согласен. Ладно, давай тебе вот такие вот лесы. Ну, лук скрафтить смогу у вас. А мне-то что делать? Все, вот тебе лесы. А мне что тогда? Иди куда-то. Пошлите в ад. Да
Так вы же меня позвали, зачем? Пойдемте в ад. Ладно. А знаете, в чем минус передвижения именно в ад? А в чем? Что тут много песка душ. Ага. Ну да, точно. Меня не топает, ребят. Ну, ладно. Ой-о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 й, вот это сейчас было опасно. Радик, у тебя был сундук, да? Я его нашел. Ты его не нашел. Вы специально? А. Ребят, у меня точно нету, ну, яйца призыва слизня, я нигде не буду призывать слизня, окей? Мирка, Мирка! Что? Что такое? Тут... Мир! Мир? Ну ладно. Ладно, мир. Ой-о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 й
Я как тебе такое в аду? Ладно, почему мы это сели? Уже скучно в Скайгарите, ребят. Да, давайте в Роблоксе в Китти. Ну, давайте еще хотя бы 10 минут. Вы сами хотите самую длинную серию. Давайте на час. Вы сами хотели, Радик. Теперь мы хотим, хотели же. Ну тогда я буду сам развиваться еще 10 минут. Ну окей, Илья, мы пойдем в Китти, Мейка закончит эту серию. Сам. Давай, когда я закончу, я сразу к вам буду присоединюсь, хорошо? Да, ты отключайся от звонка, мы выходим с серии. Хорошо. Короче, теперь вы сами, и наконец-то никто мне не будет мешать. Юху, победа. Ладно, хорошо, не победа. Ладно, хоть нас никто не будет беспокоить, и мы будем нормально развиваться. Еще 10 минут. До заканчивания. Не понимаю, сами хотели, а потом нет. Нет, давайте не будем. Не-не-не-не. Не понимаю. Не понимаю. Ладно. Ладно, 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 ладно. Так, у меня 3, надо 4 для... Yes! 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 4! Где мы делаем вот так? Вот так вот. Вот так вот. И делаем печку. Зачем я поставила? Так. А! Ладно. Хорошо. Тогда где у нас печка? Тут у нас, а? Ее же нету, бля, нет. Только не говорите мне, только. Ладно, хорошо. Сундук чела, сундук чела. Че в нем? Ничего. Да, класс, класс. Ладно, блин, надо камней подобывать. Алмазы, ладно. Новую базу сделаю потом. Так, изумруды и алмаз. Yes, один алмаз уже есть. Можем скачать шлем. Шлем. Нам надо сначала печку. Печку, пипечку, пипи-пипи. Так. Вот это нам нужно. 7 уже. Уже можем, по идее, ботинки скрафтить, наверное. Еще нагрудник, ну ладно. Точно не помню, но они тоже сложные. Алмазы, второй. Пока же ничего не могу, ну только. Так,
Куда? Вот тут вот. Три уже есть. Кла, вот это. Сна. Так, куда есть далеко железо? И вот там вот есть два. А туда пойти. Да, ребятки. Ребятки, ребятки. Изумрудик. Привет. Ну пока. Привет, ну пока. Все. Ну, хотя бы это добудем. Ух, все, 8 уже. Мы уже все виды брони можем смотреть. Сапожки. Это 1, 2, 3, 4. И все. Да, класс. Ту-т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 у. О, спасибо, камень. Уже какой? 4-й, да? Ой-ой. 4-й. Тут база. А там есть печка? Вроде нету. Я так вам скажу. О. А мне показалось, что там и было алмазно, то есть. Тут очень много железа есть, до которого я хочу собрать. Поздравляюсь. Понял. Спасибо. Но пока. Да, ребятки. Все, ребятки, это последний уровень. Класс. Понимаю. Упал. Да, класс. И еще раз класс. Еще 3 минуты осталось до окончания, да. Ну, можно сейчас, в принципе, закончить. Мне это не нужно. Так, хорошо, дальше. 6-й, я помню. Это 7-й. И остался 8-й. Yes. Ну, наконец-то. Теперь можно кратить печку. Да, давайте. Yes. Скрафтили печку, но переправить железо мы же можем в следующей серии. Да, ребята, надеюсь, что мужчине понравится в серии. И хотите таких серий еще. А так, надо качать по всякие. Сочипать всем.